Всем привет, всем здравствуйте. Вы на канале «Все будет хорошо». И с вами я, Елизавета. Ну вот, друзья, я вышла посмотреть, закапывали у меня ручьи или нет. Не закопали. Вот. Не закопали, слава богу. И не надо закапывать. Нужно находить, откуда и почему это идет вода, течет. Хотя мои соседи, они не понимают. Вот. Вот такое у меня положение здесь. Ну вот, ручьи почему-то сейчас меньше стали течь. Или, может быть, соседи что-то делали, не знаю. Вот уже меньше текут, но все равно вроде бы как текут. Там мне кто в комментариях писал. Ой, тут сыро везде, как болото. Кто в комментарии писал, я хочу ответить на то, что, в общем, как вам показать. Вот один двор у нас, вот мой второй и вот третий. В общем, у нас в этом доме три хозяина. И вода течет вот откуда-то сверху. Вот от этих хозяев. Она течет. Я не называю ни имени, ни фамилии. Я даже почти не показываю дома. Ни хозяев. Вот. Течет вода отсюда. Через меня. Вот она мне тоже не нужна. Вот скопилось сколько воды. Было больше у моей канализации. Вот. И она течет через меня. И попадает в этих, которые со мной ругались, соседи. У них машина гниет. Ну, делайте ручей, она не будет гнить, как я. Если мы не хотим ничего делать, предпринимать. Вот. Надо что-то предпринимать. А если сейчас делать воду, то это обойдется в копеечку, естественно. Ну, я не знаю, только если это как бы в моем огороде или в наших огородах. Но это не земля уже, по-моему, не наша. Я так думаю. Ну, не знаю. В общем, приватизирован у меня, да, двор приватизирован. Вот, все здесь земля. Здесь вот я делал 2 года назад канализацию, и у меня... Забор вот сняли, деревянный был из штакетника. Его сняли. И я хочу сплошной сделать. Но вот пока средства не позволяют. Вот, подошла. Я вчера подходила к этой воде. Да. Вот у нас следующий дом стоит. Трехквартирный. И вот вода. Вода. Вот здесь вода. Откуда она столько собралась? По-моему, она отсюда и сочится. Потому что там же вот сухо.